Все живы, ага. Все здоровы? Пока да. Что значит пока? Вот наступление намечается, прорыв. Прорыв намечается? А что-то да. Кого-то уже прорвали, я сегодня прочитала, но не в вашей стороне, в другой. А что, вас там не усилили? Вам людей не пригнали, что ли? Нет. Тут три роты стоит и все. И что вы сделаете, три роты? Не знаю. Таких, как ты, которые делать ничего не умеют. Не знаю. Тут один танк, он может сделать на всю нашу посадку, один танк вот только может это сравнять, а их 15 там. Ну, это понятное дело. А что, с вашей стороны нету танков? Нету. У нас только это мотолыги и все. Мотолыги? Кушать есть что? Да так, еле-еле. Ясно. Ну, там холодно? Сегодня опять в лужах спали. В лужах. А как сушитесь потом? На ветру, на костре. Ну, не заболел и не простыл? Да нет, тут нам медика прислали, я у нас медик во втором отделении. Ты знаешь, как лезть, это же сказать тебе, выходят, у кого какие жалобы, у меня. Подходит к крестикам на лбу зеленкой, раз, два, три. У кого еще жалобы? Ни у кого больше нету. Другие пачкаться не хотят, все больше жалоб нету.